Здравствуйте, это наш первый видеоотчет после лечения в центре БР Давид. Значит, мы прошли 4 сеанса, нам 5 лет, и что у нас хорошего за эти 4 сеанса? Ну, во-первых, у нас прекратились истерики сразу же после первого сеанса. Вот, ушла агрессия, то есть ребенок бил себя постоянно, разбивал себе губы в кровь и истерил. Улучшился сон, мы просыпались ровно в половине третьего утра, и начиналась истерика, и ребенок уже не спал до следующего утра, то есть ни днем, ни, получается, ночью плохо спал. Вот, вот такие вот улучшения. Сегодня, кстати, он поспал днем, проснулся в хорошем настроении, бодром. Обычно после сна или перед сном у нас обязательно истерики. Обязательно, причем и с агрессией. Вот. Ну, так как я сказала, уже после первого сеанса это же все ушло. Буквально вот 2 дня назад ребенок стал послушным, выполняет просьбы, инструкции, которые просишь. Как-то вот до недавнего времени это было, в принципе, но потом почему-то как-то исчезло. Ну вот буквально вчера ребенок лучше выполняет инструкции. Стал более жизнерадостный, улыбается, по речи соединяет слова в слоги. Если раньше это было только один слог, то сейчас это в 2 слога. Слово в 2 слога, хотя бы так. Вот. Что еще у нас хорошего? Лично у нас, у родителей с супругом, вот как-то улучшились отношения между собой, что очень радует. Вот, мы перестали ругаться, спорить, доказывать, кто прав, кто не прав. Стали друг другу более внимательные, выдержанные и сдержанные. Вот, и мы этому очень-очень рады. Спасибо вам, Давид, большое, огромное. Мы очень надеемся на полное восстановление нашего ребенка. С вашей помощью будем выполнять все необходимые инструкции. Спасибо.